Если у нас есть что показать, если мы делаем что-то, а мы делаем много лучше, чем все остальные, то надо показывать, надо, чтобы нас любили. Надо сделать так, чтобы Россию в мире любили. Потому что когда любой иностранец приезжает в Россию, он уезжает отсюда вдохновленный, говорит, какая у русских душа. Но эта душа, она и проявляется в наших песнях, в наших фильмах, в наших людях. И поэтому надо, наоборот, лучших наших людей показывать иностранцам. Смотрите, какие мы, как мы умеем жить, как мы умеем любить. Идите за нами, берите с нас пример.